Бельгия оплакивает погибших в катастрофе школьного автобуса в Швейцарии, готовясь к похоронам жертв трагедии. Море цветов и горящих свечей в Хеверле. Оставленные записки. Автобус разбился в туннеле в швейцарском кантоне Вале, врезавшись в стену. Погибли 28 человек, из них 22 школьника. Более 20 человек получили ранения. Несколько из них продолжают оставаться в швейцарских больницах. Бельгийские газеты публикуют подробности трагического происшествия. «Молчаливое горе» – заголовок в одной из них. В попавшем в аварию автобусе ехали также школьники из города Ломмель. Местные жители потрясены. «Мы все скорбим. Ломмель – небольшой город. Все здесь знают друг друга. У каждого имеются знакомые в семьях, где есть погибшие и пострадавшие». Учитель Реймонд Тойнис был моим другом. Мы несколько лет работали вместе здесь, в Ломмеле, в Красном Кресте. В катастрофе, кроме детей, погибли и 6 взрослых. Водитель автобуса и его сменщик, 3 преподавателя, а также пожилая женщина, сопровождавшая группу.